Свою будущую работу учителя по Woman Style. Давай, может, это. А?
Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». Your life is my life. Студент довольный. Да. Я тоже доволен. Чего ж я недоволен? Ну, что там у нас? Ну, сегодня у меня был вынос стати, сегодня у меня была физра, как я ее называю. Ну и child development, где мы вот в прошлый раз проходили всякие эти насилия в семье. Все сегодня у нас-то попроще все было, так что сегодня психика не сильно пострадала. На woman study я показала то, что я поработала неделю над вторым вопросом в работе, которую нужно сдать. В общем, осталась она довольна и примерами, и написанием. Единственное, что вот конкретно ответ на вопрос, она говорит, для меня он плохо сформулирован. Дала она мне несколько навыков. Для нее? Да. А дала она, в общем, используя вопрос состоит в том, что используя доказательства, как биологический пол, используя доказательства, как мы знаем, что биологический пол социально сконструирован. Ну, в общем, это вкурить сложно. Но можно. Но при желании можно. При, так сказать, сколько я? Часа, наверное, 4,5 читала в русском варианте. Потом я поняла, что нельзя учиться английскому. Ну, вот этому пониманию на русском я переползла плавно в англоговорящие сайты, ссылки. Опять твой зайчик. Зайчик, мне нравится твой зайчик. Мне он нравится, но он не это самое. Вот. А у тебя белочка, он сказать. У тебя зайчик. В общем, я разобралась, наверное, часа за 4, может быть, за 5. В общем, она говорит все равно, что говорит, вот плохо именно ответ Так что ж хорошо, если ответ плохо. Нет, у нас один вопрос, и на него дается определенная схема. Ты отвечаешь коротко, это называется ответ. Потом ты как бы объясняешь свое мнение, и потом приводишь пример и комментируешь его. Потом опять пример и комментируешь. Чтобы вот ей не понравилось, как я сформулировала вот этот коротенький ответ, который, ну, грубо говоря, должен одним предложением быть сформулирован. То есть пример и все ты понимаешь хорошо, да, но неправильно да, высказала. Да, все это ей понравилось. И даже последний пример, насчет которого я немножко сомневалась, потому что, ну, честно говорю, я немного все равно в этом во всем плаваю. И завтра отстоять свою точку зрения, скажем, не смогу, скорее всего, да, по этому вопросу. И я этот пример, употребляла, скажем так, думаю, проканает, не проканает, прокатывает. Вот, осталась она довольна, все, и все хорошо. В классе мы обсуждали сегодня такие вещи, как... А, мы перешли к третьему вопросу. Третий вопрос какой? Это то, что считаете ли вы, что стандарты, современные стандарты красоты напрямую, что формируют стандарты красоты мужской вот пол. Общество патриархически устроено, патриархально устроенное общество. Короче, вот. Что мужчины типа формируют. Да, да, и вот то, что это давлеет на нас, давит, и мы вот прям тут побежим. Мы скоро уже дойдем до комментариев и дадим ей наши комментарии обсудить. Да. Ну, под ролик. Ага. Ну, про красоту и прочее. Да, да. И начали мы обсуждать там такие всякие... Вначале она попросила, написала некоторые, определения на доске, спросила, кто слышал, допустим, фатфобия, бодипозитив, там, ну, вот в таком плане. А пообсуждали это, и, в общем, она сказала, что... Дело в том, что мы уже не встретимся больше до того, как мы ответим на третий вопрос. А, мы в среду встретимся. Она сказала, кто хочет, может поработать. Но у меня третий вопрос практически уже поработан, потому что, ну, естественно, нужно предполагать, что раз она считает, что на нас давит, надо, блин, вот всю 1200 срока написать, как на нас давят мужчины. Поэтому, ну, по этому вопросу, мне кажется, очень легко будет отписаться и примеры привести, там все. А потом я пошла на физру. Короче, пока ты не учила Woman Study,
Срось нам как-то легче, да? То, в общем, мир состоял из мальчиков и девочек, ну, мужчин и женщин. Не только из мальчиков и нет, девочек. Нет, Серёж, ну подожди. Почему? Ну, я выросла во дворе, у меня соседка лесбиянка была. Нет, ну ты вот... Я тебя очень часто перебиваю и даже уже... Мало того, что сказали, я теперь боюсь ролики смотреть, потому что сегодня, когда делал новый ролик, я смотрю и вижу, что я тебя перебиваю. Я думаю... Ты на меня давлеешь, угнетаешь? Нет. И мы должны об этом поговорить. Просто когда записываешь ролик, вот так хочется одному мысль сказать, хочется перебить другому мысль сказать. То есть это просто идет беседа. Но когда... Я не волнуюсь, мне нравится, что ты... Но когда заострили на этом внимание, сегодня делаю ролик, и чувствую себя, блин, каким-то, ну как это сказать, чувствую, перебиваю. Ну реально, я тебе говорю, прямо думал, хоть ты повырезай это все или что. Да. Так вот сейчас ты меня перебиваешь, начинаешь меня угнетать и давлеть. Да нет, я уже права свои почувствовала. Так мы пока не, ну так вот это тоже плохо. Так вот мы пока не учили в Уменстаде, мы думали, что есть мальчики и девочки, мужчины и женщины. Ну и есть, например, там, ну, те же лесбиянки, те же геи там, например, да? Ну, мы знали... Ну, ты ни разу трансгендер до этого не слышал. Нет, ну мы слышали, но мы знали, ну они жили какой-то с нами... Какой-то отдельной жизнью от нас. В параллельной жизни. Мы знали, что они существуют. И, например, я уже, как мы переехали в Америку, это вообще стало очень близко и понятно. И даже вот в Санта-Монике есть такие места, где едешь, и это прямо вот все на глазах и на виду. И ты понимаешь, да, это есть. Ну, чтоб настолько погрузиться в это, блин. Я уже погрузилась прямо через... По самое не балуйся уже. 6 июня я выйду такая разгруженная из кампуса. А еще и жена начинает много знать и рот открывать. Сказал бы другой мужчина. Ну, у нас-то рот не закрывается, в принципе, и так. Короче, пришли мы к физруку и притарабанил таки он этот свой, блин, модный, как это? Коктейл. Бренд, да. А, машин? Да, ну он только верх ее принес. Ну, в общем, честно скажу себе, да. Ой, у нас, говорит, вся семья так любит, так вкусненько всех угостил он. И говорит, ну как? Я говорю, вообще классно. Ну вообще, говорю, буду вот прям все время теперь так делать. Но на самом деле мне не понравилось, потому что... Это было немного сладкий шпинат. Но он говорит, он туда и яблоко положил. Он все время подчеркивал, что в эту машинку можно бросать все вот прям целиком. Скажи, подожди, это был коктейль из сладкого шпината? Нет, из обыкновенного вот этот бэби шпинат, что мы покупаем. Ага. Ну ты говоришь, немножко сладкий шпинат. Ну, жидкость-то получилась. Вот такое ощущение, как будто я шпината сахаром посыпала и хлопанула. Ага. Потому что ни банан там не чувствовался, ни апельсин. Все перебивало этот шпинат. Ну, короче, это, ну, общем, по виду, как обыкновенно, доволен. Это смузи, зеленая какая-то, да, вода. Да, да. Ну, он, походу, очень доволен и тем, что он это пьет, и мы остались довольны тем, что он нас угостил, и, в общем, все остались довольны, все хорошо. Ну, машинку у него покупать никто не стал. Ну, он сказал, что... Для сравнения, он сказал 2500, да? За его на 5, но я все-таки подойду, у него цену спрошу. Потому что, ну, не видела я в Костке никаких этих, блин, брендеров за 2000. Просто вот за 2500 можно часть машины из тех, которые едет впереди, купить. Вот, ну, он говорит, это так полезно, говорит, я и детям делал, и, ну, бабе своей типа делаю. Вот, он сегодня доложил, что по утрам его жена уезжает раньше из дома, и он полностью собирает детей, он полностью деток отвозит куда надо, потом возвращается домой, выпивает вот эту... Остаток. То, что дети не допили. И едет на работу. А когда жена собирает детей, они пляшут. Нет, и радуются. Утром жена только встает и сразу же покидает. Хорошо, но бывает выходной, когда жена кормит детей, они... Да, я не знаю, дети, я, наверное, с ними, Сереж, не жила. Дети, наверное, тогда счастливы, что им не надо пить эту гадость. Мне, говорит, любят. Любят? Ну. Со своей колокольни. Вот. Ну так. В общем, все нормально, поболтали, было весело. А потом у нас был Child Development. Оценку мы... поставили или это опять не то? Нет, еще. Это другой урок. В среду по экзамену я узнаю. Да, надеюсь, оценку. Вот.
Сегодня нам мы рассматривали, какие могут быть варианты родительского воспитания. Всего их делится на 5 вариантов. Ну, вот. И нам раздали... Чё? Ну, вот. Он себя так видит. Это вообще она? Да. И это может быть даже оно. Судя по тому, как оно едет по правилам. Да. Небес. Короче, нас разбили на группы по 2. Дали нам бумажку, которую мы никому говорить не показываете. На ней был написан вариант родительского воспитания. Нам нужно было разыграть сценку, чтобы другие потом типа догадались. Это, допустим, родитель вертолет, это родитель, который пренебрегает, это родитель, который авторитетный, который вариант воспитания, где родитель... Ну, это называется одним английским словом, но я скажу так, это вариант, где родитель... Это вариант, где ребенок в доме хозяин. И другой вариант, самый лучший, это тот вариант, где родители устанавливают четкие грани, объясняют правила, но при этом идут на какие-то компромиссы с детьми. Ну, скажем, хороший вариант воспитания. В общем, нам достался вариант, где родитель пренебрегает. Ну и мы разыграли сценку, что папа стоит все время в телефоне, смотрит, а я прошу у него еды. А он говорит, да, типа, хорошо. Я говорю, я уже с понедельника не ела. Он говорит, очень хорошо, и дальше листает телефон. Ну, в общем, все поржали, но очень быстро догадались, что это. Ну, потому что, а что еще может быть, когда не кормят ребенка? Потом мы смотрели фильм минут на 20, наверное, о том, что... Дядечка выступал, который агитировал за то, что правило это правильно, правило это хорошо, но что в первую очередь в воспитании ребенка нужно отношения ставить на первое место, там, ну и объяснял нам всякое. Вот. Ну и раздали нам наш новый проект, и я пока не знаю, Котик, куда ты меня повезешь. Это может быть рок-концерт, к примеру, это может быть мечеть, это может быть... синагога, вот хотел спросить, как у евреев называется. Вот, синагога, это может быть там еще куча вариантов, куда я могу попасть, но мне рок-концерт как-то больше нравится. Да, рок-концерт по нашему телевизору, это будет почти как... Нет, это нужно именно погрузиться в среду. Погрузишься, я тебя погружу. Это может быть бар, допустим, гей или лесбиан бар, там написано. Это может быть какой-то очень дорогой... Давай будет это рок-концерт-бар. Какой-то дорогой ресторан. Но нужно прийти в своей обычной одежде. Да? В общем, нужно быть не частью этого общества. И вот 30 минут там провести, чтобы почувствовать себя, ну, незнакомцем в этой ситуации, посмотреть на реакцию людей, посмотреть, как на тебя будут реагировать, записать. Ну, записать свои чувства. Ну, грубо говоря, вот когда ты припрешься там, в синагогу, да, ну, понятно, что скорее всего на меня будут как-то там или. Давай ну, вот ты припрёшься на рок-концерт, и я тебе буду показывать, как ты ничего там не понимаешь. Мне кажется, в мечеть идти как бы в том, чем есть, но это вообще как-то, ну как ты придешь в мечеть, если изначально все понимают, что там должна быть голова покрыта, а ты что такая придешь, да, в шортах, и будешь стоять там, блин, размахивать чем-нибудь, да? Ну, понятно, что он тебя будет смотреть там как-то совсем никак. И вот, и все это нужно записать, все это нужно... Ну, в определенном формате нам она дала бумагу как-то оформить, и 13 мая встать. Ну, а так, честно скажу, Кот, я почему оставалась в классе, я поделилась ситуацией, которая произошла в пятницу у нас дома с профессором. У нас произошла ситуация дома. Мы познакомились. Это рассказывать или нет? Мы познакомились ближе с тем папой, который нам... рассказал всю свою подноготную пару да, и, в общем, недель назад. В общем, кто смотрел влог, как отправляют ребенка да, в гости, мы про называли. Про то, где да? родители разведены, где папа сказал, если хочешь общаться с мамой, созванивайся с мамой, там, бла-бла-бла. Ну, где возникло недопонимание. Когда я Антону говорила, мне нужно поговорить с кем-нибудь. Я говорила, с кем-нибудь из родителей, но он... В общем, зачем пересказывать эту ситуацию? Ну, в общем, да. Ребята, пересмотрите. Можно вот. Пересмотреть. Просто смысл в том, что... В эту пятницу... Я перебью. После того, как наш ребенок сходил один раз в гости к этому мальчику... Мы решили, что наш ребенок... Что пускай лучше наш пойдет. Мальчик к нашему мальчику ходит. Тот ребенок. И он уже был у нас второй раз. Да. Первый раз все прошло гладко, а да. Второй раз...
в эту пятницу Антоша пришел из школы, заранее ничего не планировалось за несколько дней до этого. Антоша пришел из школы и говорит, типа, мама говорит, а это нормально, если Джейсон сегодня к нам приедет? Ну, я так, в принципе, прикинула, что мне заниматься очень много. И, ну, думаю, ну, ладно, пускай играют, как бы. Джейсон очень воспитанный, хороший, спокойный мальчик. Он меня там, допустим, не напрягает, как бы. Ну, там был у нас в гостях другой ребенок, который просто, когда его забрали, у меня дергался глаз, блин, я такая уже думала, боже, ты валерьянки выпить или, блин, на что-нибудь покрепче уже отважиться. Он пришел, меня прикалывает, как его оставляют, его не приводят к нам в дом, его оставляют под дверями, и он сам как-то добирается до нашего апартмента. Скажем так, под дверью, не под нашей не дверью, дома, под дверью коммунити его оставляют. Наш коммунити закрывается со всех сторон. Ну ладно, все родители разные, как бы там у всех свои там правила и т.д., и т.д., и т.д. В общем, ну они играют, я изначально сказала, ребята, вы играете там, как бы, если что-то нужно, я наверху, зовите, там спрашивайте. В общем, бра-бра-бра, я пришла, там сказала, хотите там пить, есть, еще чего вы хотите, я там вам все дам, опять ушла писать, вернулась. В общем, 8 часов предполагалось, что его заберут. 8 часов его никто не забирает, ну ладно, задерживаются, 8:30, Джейсон, я такая, я пишу, понимаю, что кто-то пришел, вообще предполагала, Джейсон очень мелкий ребенок, что это Саша. И вот я как бы этим боковым зрением вижу, хоп, не Саша. И он такой говорит, мой папа хочет с вами поговорить, отдает мне трубку. Я беру, и там какой-то посторонний мужчина начинает со мной разговаривать на повышенных тонах. Как бы объясню сразу, для меня повышенный тон вообще, как бы он меня, ну не то что пугает, но он меня сразу ставит в ступор. Скажу еще что-то личное о нашей семье. От Сережи я не слышала громких слов в свою сторону. Ну разве если только он сверху, допустим, ну со второго этажа кричит. Вот как-то так, да. Ну типа вот именно, ну как бы, чтобы как, ну вот в запале выяснения отношений Сережа там не кричит на меня там. А тут на меня какой-то левый дяденька начинает. Джейсон до сих пор у вас. Тут такая ситуация. Его мать не предупредила меня. Давай расскажем, как не выставляют предупредила. Иногда нужные вещи. Этот диван немножко потрепанный, но вот рядом стоит... Да мы стоит... как-то раньше рассказывали, мне кажется, не... Вот этот вот каркас, это такой вот под софу, под него надо купить матрас и все, и софа. В общем, он начинает со мной на очень повышенных тонах разговаривать. Джейсона мать, она плохая как мать, она плохая как экс-жена. Здесь такая ситуация, она не предупредила, что она не может сегодня поехать его забрать. И, в общем, он это все орет на меня. Я ему... И этот мальчик рядом стоит, он слышит, как его папа орет. Как он говорит плохие вещи о его маме. Я начинаю говорить, что типа, ну, типа, потише, успокойся. В ответ он начинает на меня, и еще повышая громкость, говорить типа, не надо меня успокаивать. Я вообще уже, честно говоря, не знала, что делать. Но он такой говорит, она оставила у тебя Джейсона, она даже не знает твой личный телефон. Потом он начинает мне говорить, ты знаешь мою политику в плане воспитания детей. Я вообще не понимаю уже, что происходит. Я говорю, еще раз. Давай скажем, что как мы узнали эту политику и потом с ней познакомились. Ну... Что дети пошли гулять куда-то. Он отправил, он разрешил, отправил. Я уж там не знаю, как это была ситуация, но он разрешил детям идти гулять в то место, где детям, наверное, раза два или три пришлось пересекать самим дорогу. И пускай, да, сегодня я для себя поняла, что я мама-вертолет, которая носится вокруг детей, но я не хочу, чтобы мой ребенок ходил в дом к родителям, которые вот такие вот, идите, дети, куда хотите. Я считаю, что это граничит уже с тем, что они пренебрегают своими какими-то родительскими обязанностями. Просто он вообще... В общем, сидел, ситуация в нашем доме развивалась дальше так, что этот Джейсон уже прибитый сидел без настроения. Джейсону периодически звонили мама, папа, как я понимаю, они друг на друга гнали на повышенных тонах. В итоге опять мне пришлось поиметь разговор с папой. И я говорю, может, говорю, а это было уже 10 часов. Джейсона так никто и не забирает. Саша пришел мне и доложил, мама, 10 часов, когда мы ляжем спать. Я говорю, сынок, говорю, ты можешь, говорю, принимать душ, говорю, ложиться спать, но у нас, говорю, тут нестандартная ситуация, и мы должны ее решить, говорю. Ну, я не знала, что Саше отвечать, я не знала, что с Джейсоном делать. Ну, естественно, там я, когда я поняла, что это все затягивается, я там их еще раз покормила, там туда-сюда попоила.
и всячески старалась, ну, как бы Джейсон там, бла-бла-бла, но уже видно было, что по ребенку, что он никакой. Я уже, во-первых, видела, что Антон расстраивается. Наш Антон очень чувствительный, что меня еще больше, скажем, нервничало, от чего я, что Антон расстраивается. Когда мы опять имели с папа разговор на эту тему, я говорю, слушайте, говорю, может быть, пока вы там между собой перетрете, кто лучше, хуже родитель, вы это решите, может, говорю, будет лучшим вариантом, если Джейсон останется у нас ночевать, и утром кто-то из вас в здравом уме, так сказать, и при твердой памяти придет его забирать. Нет, это плохой вариант. Сегодня ее день, и она должна его забрать. Выдохнула я и говорю, хорошо. Но я же не могу как бы командовать какими-то двумя взрослыми, притыранными людьми. Я говорю, ладно, окей. Положила трубку и говорю, Джейсон, говорю, мы будем ждать, говорю, скоро твоя мама приедет тебя забирать. Его мама перезванивает. Кстати, мама так и не пыталась со мной поговорить. Перезванивает его мама, что-то ему там наговорила, и он подошел ко мне, я на кухне мыла посуду после того, как ребята покушали. И он говорит, меня заберут через 30 минут, это нормально? Варианты, блин, как будто ребенок у меня спрашивает, это нормально? Я говорю, не волнуйся, все в порядке, говорю, играйте с Антоном, делайте там, говорю, хотите, говорю, единственное, что ребята уже, говорю, 10:30, давайте как-то, ну, перестанем прыгать с дивана на пуф, успокоимся уже, потому что, ну, у нас там соседи, как бы, говорю, типа, вы только не орите, и все хорошо. Потому что был момент, они там разошлись, они играли очень сильно, и было очень громко. В общем, гораздо позже заявленного времени раздался у него звонок, мама его забирает, он ко мне подходит, говорит, мама меня забирает, я говорю, я тебя проведу. И я ожидала, ну вот как бы я, наверное, поступила, у нас какая-то такая ситуация была, что его мама подойдет забирать его к дверям нашего коммуни, ну, нашего билдинга и скажет, типа, тому, извините, что вы стали участником нашего развода. Его мама подъехала, просто Сережа объяснил, ну как это вот, чтобы я не знаю, как это по автомобильному объяснить. Запарковалась во втором ряду, потому что в первом стоят машины на ночь уже запаркованы. Да, помахала то есть, вот, рукой. Как машины стоят, она у стала. У меня параллельно. Челюсть ударилась об наш пол. Помахала рукой, типа, иди в машину. Мне типа бай. Джейсон попрощался. И ушел. Всем спасибо, все свободны. Да. И пока. Пока мы шли домой, Антоша тоже провожал Джейсона. Антон такой говорит, что мама, говорит, ты понимаешь, как его родители сейчас, говорит, просто. Мне таким тоном это сказал. Я говорю, Антош. Я говорю, ну, бывает, что родители разводятся. Говорю, понимаешь, говорю, не всегда это бывает хорошо. Ну, мы как бы вот немножко с Антошей поговорили. Потом мы еще, уже после того, как он принял душ, разговаривали об этом. Я попыталась объяснить, что иногда люди там уже настолько друг от друга устали, что они прям не могут какие-то моменты там порешать. В общем, когда возник вопрос, что может ли Антон пойти опять поиграть, я сказала, не-не-не-не. И вот сегодня я оставалась, мы поговорили с профессором на эту тему. Она сказала, что, во-первых, говорит, ты не должна принимать этот крик на свой счет. Он, говорит, так просто переносил, говорит, на тебя вот как, ну... Особенно, говорит, когда ты ему сказала «успокойся», говорит, эта фраза вообще в такой ситуации не работает. Она, говорит, ты должна, типа, оценить была его, вот, говорит, ну, как вот будущий работник, да, как психолог, туда-сюда. Ты должна была, говорит, дать ему понять, что ты оцениваешь степень, как он расстроен, сказать «я понимаю, там, ты сейчас очень расстроен, это ситуация, которая приведет в бешенство любого человека, ну, давай искать выходы». И говорит, конечно, если исходить из того, что лучше для ребенка, да, она говорит, ну это не в твоей компетенции, и ты не могла это сделать, да, на данный момент, потому что это фактически чужие для тебя люди. Но ты, говорит, ну, может быть, говорит, надо было его маме, говорит, позвонить и все-таки предложить, чтобы Джейсон остался у вас на ночь. Потому что, говорит, явно мама приехала забирать его тоже, скажем, не в хорошем настроении, не готовая нормально с ребенком общаться. Ну, говорит, короче, ну, ему и еще в такой могло ситуации, попасть. Говорит, опять. Что лучше всего, говорит, когда вот это происходит, иметь доступ до какого-то еще родственника, который может иметь, ну, влияние в этой семье, там, допустим, бабушке позвонить, чтобы бабушка приехала, забрала. Если они не соглашаются оба, что он может остаться в твоем доме, то, ну, типа, позвонить бабушке, чтобы бабушка забрала. Я говорю, к сожалению, я ни бабушек, ни дедушек, никого не знаю, говорю. Вот. Ну, и она со мной абсолютно согласна, что
наш ребенок в тот дом. Даже в моменты затишья у них. Да, делать ему там нечего. Нечего, конечно, ходить, потому что, говорит, сейчас они как бы в перемирии, через 5 минут что-то происходит, что опять у них вызывает там, ну, разногласия. И спазмы. Это... Да, да. Головного, говорит, мозга. И это будет проблематично. Ну и говорит, если она видит, что я, ну, за эту ситуацию как бы переживаю, она говорит, что тебе, говорит, как бы этот ребенок, ну, важен. Я говорю, это друг нашего сына. Я говорю, вообще, в принципе, за ребенка переживаю. Он говорит, единственное, что ты можешь сделать, это узнать контакты бабушек, чтобы вот в такой ситуации передавать его не родителям, которые в припадке бьются, а кому-то третьему лицу. И... Но я же не могу насильно у себя оставить. Сказать, нет, ребята, я вам его не отдам. Приезжайте, когда вы успокоитесь. А еще один вариант, она говорит, это, ну, ваш дом просто всегда, грубо говоря, должен быть с открытой дверью для этого мальчика. Ну вот как он просто, когда уходили, он спрашивал насчет того, может ли он оставаться на ночь на sleepover party. Да я уже думал вообще, что надо его почаще брать, что, может, он как-то отдыхать будет. Ну это какими... Я, конечно, извиняюсь, не хочется давать оценки, но какими придурковатыми надо быть, чтобы вот ребенка втянуть во всю эту... Ну, понятно, развод — это ж не свадьба, где все довольны и счастливы. Ну, ребята, вы между собой там разводитесь, да, делайте, что хотите. Ну, не при... ну зачем он ребенку говорит про маму плохо? Ой, ну это вообще, короче, какой-то... В общем, наша позиция по этому крайне... А то, что он на меня орал, я вообще не поняла, зачем я стала, блин... С жертвой. Нет, развода. Ну не жертвой. Они меня втянули в свой развод, ну. Оставляйте свои комментарии по этому поводу, кто что думает, как должны родители себя вести. Хочется сказать, как сказал Лавров, да, но это не печатно. Ну все знают, как Лавров один раз... Вымля. Нормально он сказал, ну в смысле, что не печатно? Уже печатно, в смысле такого уже печатно. Тут я с ним в принципе... Не в принципе, а согласна, как бы вот единственный комментарий, который... Так что... Они мало того, что своего ребенка, получается, втягивают в это, они еще и нашего втягивают, потому что, ну, получается, я не знаю, да. Катарина, наш ребенок уже начинает... Катарина с Сашей, как бы, ну, Сашка просто переживал, что ему поздно там, мам, я там спать ложусь. У Саши режим, у него расписание, у него есть часы, он что-то... У него есть часы, он контролирует мою жизнь. Если я встала там на 2 минуты позже, он мне докладывает. Итак, 2 минуты позже. Ну, знаете, получается, наш Антон уже начинает страдать от их развода. У нас хорошо в семье, но он страдает от того, что его друга родители разводятся. Трындец. Короче. Оставляйте комментарии, да, по этому поводу, кто как думает, у кого какие были ситуации, знакомые, незнакомые. И давайте обсуждать. А, ну она еще сказала, что говорит, конечно, нужно, говорит, пресекать, чтобы он пользовался тобой, типа, как, ну, вот поорал, ему-то полегчало, на бит. Громад вот. Да. Ну, вот такая вот, не то чтобы грустная, но, ну, повод для рассуждения. Это и интересная, скажем, для меня ситуация, потому что, понимаешь, Сереж, мои подопечные впоследствии тоже кто-то может то разводиться. Есть получилось, что мы сейчас столкнулись с тем, с чем я могу, что ты учишь, и с тем, с чем ты будешь. Наверное, я буду, сталкиваться, скорее всего, иметь дело, потому что родители-то разводятся. Ну, лучше, конечно, когда все прилично. Поэтому... Этот ребенок. Он и так, мне его и так жалко, потому что он такой, ну, представьте, его 12 лет, и его сложение, вот как Сашка. Любите своих детей, балуйте их. Не втягивайте их в свои. Не втягивайте в свои разборки, да, лучше втягивайте мы в свои хорошие говорим, отношения. Я тебе говорю, мы заканчиваем, как Малахов у бабушки, блин. Берегите себя. Всем хорошего настроения. Я просто поняла, откуда бабушка это говорит мне иногда. Она с Малахова как пьет. Все, всем пока-пока. Вы были на канале «Наша жизнь». New Life is My Life. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Bye-bye.